Тесное взаимодействие в экономике, прочные отношения в торговле и неразрывные гуманитарные связи. Кыргызстан и Казахстан – два государства, которые объединяет нечто большее, чем просто сотрудничество. Именно поэтому все позитивные изменения, происходящие в соседней республике, в Кыргызстане воспринимают как личный успех. Итоги 25-летнего развития независимой страны, по мнению кыргызских общественно-политических деятелей, впечатляют. У Казахстана весомый международный авторитет, крепкая экономика. Не менее важное достижение – это социальная стабильность. Для нас Казахстан – это стратегический партнер. И сегодня те изменения, которые происходят в Казахстане, она так или иначе тоже влияет на нашу экономику. Как в политике, так и в экономике, так и в решении социальных вопросов. Поэтому все эти достижения, особенно достижения Казахстана сегодня в экономике, нас радуют. Почему? Потому что если Казахстан будет хорошо, то, естественно, и нам будет хорошо. То есть мы взаимозависимы.